8 апреля гандбольная команда «Ростов-Дон» провела первую после возвращения из Франции тренировку. В Париже ростовчанки сыграли полуфинальный матч розыгрыша Кубка Кубков с ИСИ Пари. Сделали в начале игры недопустимые ошибки. Дали возможность французам оторваться. Счет даже доходил до 9-3. Пришлось брать при Путикове в ранний тайм-аут. Ну, молодцы девчонки зацепились за игру. И, в принципе, от разгрома ушли уже к перерыву. Вот. Ну, а во втором тайме уже навязывали свою волю, изменили там кое-что в защите. Но, тем не менее, игра получилась очень напряженная, очень сложная. И результат, скорее, это благодаря характеру девчонок. Воле. Молодцы, девчонки. В итоге Ростов-Дон уступил всего один мяч – 22-23. И теперь перед ответной домашней встречей наша команда имеет отличные шансы на выход в финал. Я отдаю должное, конечно, Мария Старовича. Нужно вам помогла, подтащила. И пенальти на последних секундах удалось ей отбить. То есть все, что можно было сделать по той игре, наверное, скажем так, мы сделали. В нужный момент хорошие голы забила и Таня Лавренюк, и Бобер, Владлена забила очень нужные мячи. То есть была команда, это понятно. Счет вот такой, ну я другого не ждал, мы много посмотрели матчи из Сипариш. Они много не забивают, они играют от обороны, вот такая вязкая, цепкая команда. Ну вот, собственно, результат он там. Тринадцатого апреля матч между Ростов-Доном и ИСИ Пари начнется в 16:30 в Ростовском дворце спорта.